Свои новые подходы к разработкам программного обеспечения сегодня представили учащиеся Политехнического университета. Там открылся конкурс-конференция в области IT-технологий. Молодым программистам ни много ни мало предстояло разработать новые программные обеспечения по примеру гигантов отрасли, компании Microsoft и AMC. Главная цель конкурса – выявить молодые таланты и поддержать их проекты. Так, например, сегодня на конференции представили разработку, которая должна максимально обезопасить интеллектуальную собственность фирм, отражая, например, хакерские атаки. Задача заключается в том, чтобы человек, который приходит на работу, примерно за 2 недели, он, значит, включился в группу и был бы членом обычной программистской бригады, работающей с профессиональным качеством мирового уровня. По словам организаторов, для учащихся этот конкурс-конференция – отличная возможность заявить о себе как о квалифицированных специалистах. Проходит он уже в 11-й раз, и именно благодаря участию в нем многие выпускники смогли попасть в компании с мировым именем, которая занимает на данный момент лидирующее положение в области компьютерного программирования.